постой, не уходи. Мы ждали лета, пришла зима. Мы заходили в дома, но сама шел с ним. Мы ждали завтрашний день, целый день ждали завтрашний день. Мы прячем глаза под шторами и в наших глазах крики вперед, в наших глазах окрики стой, в наших глазах рождение дня и смерть огня, в наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай, в наших глазах закрытая дверь. Что тебе нужно? Выбирай. Всем привет! Меня зовут Шов, и это новый выпуск. Будет весело, обещаю! Стой, шутка как-то не вяжется, бро. Всем привет! Я Шов, и это новый выпуск. Будет весело, обещаю! Говно собачье. Хочу ее в свой влог. Юля Край. Hello, come to me, da. Hello, привет. Привет всем фолловеры. И это специально для влога Шва, прямиком из Сеула. Я не блогер, я модель. Я сейчас в Сеуле, в Корее, и я сегодня хочу рассказать, как проходит мой обычный день, то есть как мы с девчонками, с какими девчонками я живу, где я живу, в каком районе я живу. Наш район, Гангнам, про который поет Псай, Гангнам Стайл. Так что, смотрите. Ну чё? На кастинге? На кастинге. Погнали поссориться. Я вас немного представлю. Это Елизавета. Елизавета, откуда вы? Я из Саранска. Но живу в Москве, но так-то я из Саранска. Рода. В душе у меня. Мордва. Мордва. Это Анна. Аня, откуда ты? Я из Украины. Просто из Украины. Просто Украина. Так, ну что, мы сейчас покажем вам. Выглядит наше агентство, выглядит наши букера. Какие у тебя прикольные сапоги. Вот, мы сейчас приходим в наше агентство. Вот так оно выглядит. Здесь мы типа ждем наших букеров, берем свои портфолио. Садись в машинку. Вместе. Поехали. Постой, не уходи. Мы ждали лета, пришла зима. Мы заходили в дома, но сама шел с ним. А сейчас мы с моим другом идем на конкурс красоты Miss Unijim. Там выступает его подруга. Там выступает его подруга Анастасия. Анастасии пожелаем удачи. Давайте посмотрим, что же там происходит. Привет! Кто ее сейчас лапал? Романа, а? Кто сейчас ее лапал? Если мне удастся познакомиться поближе, это Юлия Галкина. Окей, да? Я уже говорил,
И самый главный титул, первый вице-виз, достается Ведюшкиной Анастасии! Ваши аплодисменты! Делаю с нами этот замечательный вечер! Засудили, да? Засудили. Ань, скажи Влокшва. Влокшва. Лиз, быстро скажи, смотрите Влокшва. Смотрите Влокшва. Скажи, смотрите Влокшва. Ага, смотрите. Ребят, мы решили доехать до русского квартала. Как называется здесь русский квартал? Danta Moment. Вот, мы сейчас направляемся туда. Птицы летают стайками остро, а я иду пинаю найками воздух. Кепка, шорты, майка, лакоста, плаваю по району, плаваю просто. Птицы летают стайками остро, а я иду пинаю найками. Нам на следующий выходить, блядь, почему мы пошли куда-то в жопу? Пошли, пошли, мои курочки. Ребята, это музей. Сюда приезжают чаще всего всякие пафосные, крутые выставки современного искусства. Воздух, кепки, шорты, майка, лакоста. Плаваю по району, плаваю просто. Плаваю по району. Ребятки, нам только что какой-то чувак, прохожий, подарил сникерсы. Мы это сделали. Я так кефир хочу. Здравствуйте. Есть. Тут еще хороший магазин. Пошлите, в него зайдем тоже. Сало. Это для тебя, подруга. Сало. Хлеб. Мы купили батон. Давай, играй. Мы сейчас находимся на нашем районе, на Гамбун. Вот. И вот так он у нас оживляется ночью. Ну что, мы сейчас возвращаемся домой. Слышишь? Смотри, что за супер знакомство. Хорош, вы что-то напрягаетесь, по-моему, уже. Добро тва. Братан. Знай. Наоборот. Есть. Просто мне надо с собой взять, я тебя здесь встречу, подвезу домой. Это там же змея будет? Да. Да, сейчас тепло будет, похуй. Нет, ну пить. Сука, они сплелись. Посмотри, скажи, смотрите влог шва. Ложись. Нет. Ложи, да, сейчас прикольная фотка получится. У нас дом так весело, так весело. Банана едик. Это типа ящерка там. Как кто это? Геккончик. Все, все, все. Где? Давай. Вот ты малышка. Он такой мягенький, как будто он. Бархатный. Как будто он бархатный, да. Только не об пол, пожалуйста. Ой, господи. Какой, блядь, прыткий. Всем пока. Погнали нахуй. Ебать. Все, 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 тише, тише, тише. Ебать. Ебать. Ну какая жадная хуйня. Можно я попробую? Да. Стой там нахуй. Да он сам вырвет, у тебя не переживай. Эй. Это же я кормлю, надо же самую большую взять. Все, хавай. Все.
Да, Илюх, да не... Да... Ой, боже мой. Ева. Даже может резко так стартануть себе. Все. Закрой пизду, пускай там плавает. Заебался, эти суки кислые рожи смотреть и в лицо им глядеть. Смотрите влог, шва!